Проект социально ориентирован, 8 программ на основе 8 программ, что составляет 94% всего бюджета. Общая сумма бюджета на 2020 год 2 миллиарда 178, из них 581 миллион наши доходы и 1 миллиард 597 – это безответственное поступление. Администрация города готовила проект бюджета на 2020 год не один месяц. В документе постарались учесть самые насущные проблемы Канска. В частности, в бюджет следующего года заложены суммы на строительство долгожданного ледового дворца, вертолетной площадки для экстренной доставки тяжелобольных пациентов и ремонта еще одной городской библиотеки. Однако главным вопросом, на который власти сделали упор, как и всегда, стало благоустройство города. К слову, представители администрации подозревают, что именно в этой сфере депутаты внесут свои изменения. Бюджет – это серьезный документ, большое количество данным документом занимается, и наступает период, когда мы будем работать в городском совете. Те предложения, которые будут звучать со стороны городского совета, это уже в части детализации, связанной с благоустройством. Конечно, они будут в какой-то мере обязательно учитываться, потому что это представители народа, и мы должны понимать, каким образом на это реагировать, потому что мы очень большое значение придаем благоустройству, это качество жизни населения. Все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством, с этими вещами, это в бюджете таким же образом предусмотрено. Может быть, не в полной мере, как бы нам хотелось иметь достаточно средств, но сколько есть доходов, мы их разумно пытаемся сегодня распределить по нашим управлениям. Подготовительная работа исполнительной власти закончена, теперь дело за городским советом депутатов. Сессия, на которой пройдет голосование по вопросу принятия бюджета, ориентировочно состоится в начале декабря.